И как прекрасно петь! Не с голосов чужих, а от первого лица. Хватило б только сил и времени успеть таланту доброты раскрыть свои сердца. 30 лет назад произошло событие, которое осталось совершенно незамеченным широкими кругами общественности. Небольшая группа учащихся профессионального технического училища номер 3 объединилась в вокально-инструментальный ансамбль. И перерыв кипы музыкальных справочников остановилась на латинском названии «Brevis» — длительность звучания ноты. Сегодня в нашем здании.